В Таджикистане мечеть преобразовали в школу. В России ужесточаются правила регистрации иностранцев. Трудовые мигранты пополнили российский бюджет на 29 миллиардов. Отдел образования города Гиссар преобразовал мечеть под начальную школу. Теперь здесь проходят занятия для учащихся первых-вторых классов, пишет «Радио Азади». Местные жители жалуются, что теперь у них нет места для проведения обряда джаназа и других обязательных религиозных обрядов. Правозащитник Махмурод Адинаев информирован о данной ситуации в Махалле Джуги и считает, что власти взамен должны были предоставить местным жителям земельный участок для строительства мечети. Жители села Учабок говорят, что мечеть действовала в течение пяти лет, и сейчас им приходится преодолевать до трех километров, чтобы попасть в ближайшую мечеть. Стоит отметить, за последние несколько лет таджикские власти усилили контроль над любым проявлением ислама в жизни народа страны. Согласно последним данным, в стране было закрыто около двух тысяч мечетей. По оценке наблюдателей, поведение режима Рахмана в Таджикистане все более начинает напоминать внутреннюю политику Советского Союза, в котором атеистическая власть также ликвидировала мечети и преследовала оккупированные мусульманские народы за исполнение предписаний ислама. Иностранные граждане за нарушение административного законодательства, то есть по факту зарегистрировано в одном адресе, в России усложняется правила пребывания трудовых мигрантов. Ужесточение в первую очередь коснутся постановки трудовых мигрантов на миграционный учет. Любая постановка мигрантов на учет в нежилом помещении будет считаться эффективной, если мигрант не работает в данной фирме. Сотрудники полиции напоминают о том, что граждане, прибегающие к незаконной регистрации по месту пребывания, могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей. Альтернативой штрафу становятся исправительные работы или же лишение свободы сроком до трех лет. За нарушение данного правила грозит уголовная ответственность с предусмотренным штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Либо в размере иного дохода осужденного за период до трех лет. Одним из инициаторов данного законопроекта является известный исламофоб вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Правозащитники отмечают, что Ирина Яровая является инициатором многих антиисламских законопроектов, в числе которых статья 205.5 УК РФ санкции в виде лишения свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения, по которой в российских тюрьмах по сфабрикованным делам сидят несколько десятков граждан Таджикистана. О глобальных перемещениях народа, о миграции, говорят о безопасности. Вопрос... Начальник ГУВМ МВД России Ольга Кириллова в интервью с журналисткой ТАСС рассказала об ужесточении правила пребывания трудовых мигрантов на территории России. На вопрос, будет ли вводиться обязательная дактилоскопия всех въезжающих в Россию иностранцев, Ольга Кириллова заявила. В настоящее время МВД совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывает вопрос дальнейшего совершенствования законодательства в части проведения обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Мы рассматриваем несколько возможных механизмов этой работы с учетом как отечественного, так и международного опыта. Это проведение дактилоскопии в пунктах пропуска через государственную границу РФ или непосредственно на территории страны уже после прибытия к нам иностранного гражданина. Также в ходе интервью она сообщила, с начала этого года иностранцам выдано 960,6 тысяч бланков патентов. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Объем поступления от продажи патентов за 6 месяцев этого года составил 29 миллиардов рублей, что на 23% больше. То есть... А сколько вы платите за патент? Каждый месяц. Ты уже